этот мастер тай-чи подписывает договор о том, что он не будет иметь претензий после боя. Дело в том, что мастер объявил о том, что способен вырубить Майка Тайсона. В этом усомнились ребята из ММА и пригласили его на легкий спарринг. Сперва мастер отказывался надевать перчатки, якобы это подпортит энергию чи, но затем все-таки согласился. И как выяснится, очень не зря, ведь без перчаток ему бы было совсем худо. Мужчина с большим весом вышел против бойца муай-тай. Он был уверен, что худосочный боец ничего не сможет сделать против массы, но он горько ошибся в этом. Получив пару легких ударов в голову, он потерял контроль над ситуацией и был нокаутирован. Самоучка вышел против бойца Кёкушинкай. Тренер быстро понял, что этот бой продолжать не стоит, и остановил потенциальную трагедию. Мастер кунг-фу, как он сам себя назвал, предложил здоровому парню легкий спарринг, но он не учел, что этот парень не только здоровый, но еще и пару месяцев ходил на ММА. Посмотрите на этого косплеера Mortal Kombat. Он бросил вызов грэпплеру, уверяя, что обладает техникой Димак. Но, судя по всему, Димак не работает на татами. Этот боец тайквондо вышел против боксера, будучи уверенным, что его навыков хватит для победы. Однако боксер не церемонился и быстро вернул парня в реальную действительность. Фейковый мастер кунг-фу вышел против спортсмена тайквондо, и тот очень быстро дезактивировал все чакры, по которым протекала энергия чи, после чего мастер кунг-фу отключился. Ютуб-стример устроил челлендж с Мэнни Пакьяо, в ходе которого они обменялись легкими ударами. Правда, эта затея продолжалась не так долго, и стоит обратить внимание на то, что Пакьяо даже не напрягался. Еще один ютуб-стример бросил вызов бойцу, который вообще не напрягался во время боя. Он отворачивал голову, опускал руки, но затем слегка поддал жару.
Этот парень в черном несколько месяцев донимал своего бывшего одноклассника, когда узнал, что тот занялся боксом. В школе он частенько доставал его и был уверен, что с тех пор ничего не изменилось. Но он ошибся. Профессиональный боец ММА спарринговался со своим фанатом, который предложил дружеский легкий спарринг. Однако в ходе этого спарринга парень явно начал жестить, видимо ощутив себя практически равным противнику, и боец ММА решил наказать его за это. Против бойца муай-тай вышел уличный боец и сразу же начал беспорядочно махать руками. Это, конечно, ввело тайца в замешательство, но ненадолго. В результате боец муай-тай немного накидал своему противнику по приколу. Друзья, посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.